Здравствуйте, ребята. Мы, знаешь, должны тут хаты повзрывать. Да, должны повзрывать хаты. На этом мы, собственно говоря, остановились. Здесь. Так, стекла не бьются, там вроде бы ничего нету. Ну ладно, тут, значит, у нас не открывается. Да, погнали потихоньку. Как бы нам получше тут сделать? Ого! Таких там много. Да, нормально так. Так, братишка, передохни, передохни, родной. Ножичек отремонтируй. Так, один готов. А, нет, не готов. Готово. Чего никак не сдохнет? Такой сверхживущий чувак, ты посмотри на него. Офигеть. Серьезно? Наконец. А, 600 опыта, это который крутой, да, это который зомби-работяга. Помните, да, он более крутой. Хер убьешь братишку прямо, а? Это вообще жуть. Так, блядь, не надо хаты взрывать, а я хожу, блядь, зомбаков убиваю. Прям страшные вещи. Что он хавает? Вставай, говно. Прикольно получилось, да? Такой копняка ему дали, такого подсрачника. Типа, вставай, он встал, и мы ему сразу, блядь, шейку-то свернули, шейку матки, да? Так, закрыто. Если что, тут есть баллончик, кстати говоря, про это надо помнить. Так, одна из квартир вроде бы, да, вот 105-я квартира, она нам нужна. Лечиться пока что не будем, так как запас здоровья у нас вроде бы неплохой. О, можно свет включить, смотрите. Ой, блядь, это не свет. Ёб твою, блядь, я думаю, это свет включить. Пиздец. Сам себя покосил, ну вы представляете? Я еще думал, то, что мы сейчас свет включим, буду что-то реально-то, реально так темно. Да. Да, не очень простое пока что задание. Что-то, честно говоря, я так думал, что будет все очень даже легко, знаете. Если честно, да, что-то так пошло все не очень просто с самого начала. Мы таких пиздюлей сдатых получили. Аптечек натратили. Хотя пока что аптечек как бы хватает. Плюс мы опять-таки достали алкоголь, достали марлю. Да. Поэтому как бы не страшно. В целом. Так, нам, значит, надо где-то здесь заложить взрывчатку, только не понятно где, если честно. 105 и 106. Но, по идее, как-то должно подсвечиваться, как-то позначаться, да? Но это уже... А, это тоже 105-я квартира, да? Ну да, видите, полный комплект пистолетных патронов. Это означает, что, по идее, у меня... А, понял. Ладно, с первой квартиры разобрались. Отлично, теперь иди в следующую. Получается, мы тут газ включили, так что лучше не стрелять, походу, сейчас. Из огнестрела. Так, инвентарь заполнен, тут какой-то ножичек. Хорошо, одну квартирку мы сделали.
Это 105, нам осталось теперь 106. Давайте, может, даже дверь закроем. Да. Блять, ножку защемило, смотрите. Вообще. А вот и 106-я. Там этот чемпиндос. Мой самый нелюбимый противник, пожалуй, да, ненавижу вот этих вот плевунов. Я жру, они у меня еще все тормозят, когда у меня плюют. Из-за этого я их вдвойне прям таки ненавижу. Так, что тут полный комплект? Блин, полный комплект пистолетных патронов, второй раз встречаем, ребята, это знак. Да, знак свыше, что нам надо вооружиться пистолетом, а не... да, не автоматом, типа на случай там огнестрельных каких-то моментов, потому что опять сейчас автомат натратим. И без пистолета останемся. Так, что у нас тут? Опять-таки картина. Чувак накидался каких-то таблеток, да? А рядом портрет его семьи, походу. Так, аптечечка. Марлечка, отлично. Ну да, мы хоть и натратили аптечек, но в принципе мы их себе и наделать сможем. В более-менее скором времени, я так подозреваю. Чтобы посветлее было, да? Мы ему тут сейчас... чтобы посветлее было в квартирке. Сделаем, так сказать, условия. Ну, опять надо газ включить, понятно. Так, так, вторая готова. Да, ты явно справляешься лучше меня. Теперь тебе надо... О, черт! Что такое? Майкл! У меня тут гости. Не подходите, ублюдки! Майкл, уходи, ёптую, спасайся! Нет, я их задержу, а тебе надо закончить работу. Я никуда не уйду, пока мы не закончим. Так, теперь 134 и 137 квартиры. Хорошо. Братишки, там неприятности. Ну, в принципе, я повторюсь, то, что это было довольно-таки предсказуемо, да, то, что у него будут неприятности. Так, вообще, по идее, надо как-то так идти, да? Потому что... Там-то мы были, кстати, повезло мне сейчас, да, что я такого вовремя увидел того братишку. Ну да, там-то мы были, поэтому пойди только вперед идти. Кстати, дохлых собак я, по-моему, еще не видел в игре. Конечно, могу ошибаться, но, по-моему, мы еще не видели дохлых собак. Это, по-моему, первая тузика, не пожалели, да? Пес Барбос. Необычайный кросс. Блять. Ебанулся он живущий. Да, это какой-то крутой вид зомбака, видите, его 3 часа надо реально убивать. Смотрите, прям какая-то маньяцкая игра, затыкай чувака называется, а. Все, сдох, 600 опыта. Кстати, ножик что-то ломаться перестал. Сначала, главное, помните, да, когда у нас было 4 ячейки ремонта, он так быстро ломался, эти ячейки раз за разом тратились. А когда у нас одна ячейка осталась, он почему-то стал очень долго ломаться. Блюет, братишка. Передохни. Все, сдох. А ты дохла? Да. Окей. То есть да, нам по идее как-то через эти квартирки надо идти, я так подозреваю. Чтобы выйти куда надо, потому что назад там, по-моему, был только тупик. Плиту больше за... Блин, губка даже, прям как у меня в квартире, слушайте, я жую. Тут реально хаты, вот прям как у нас, да? Что еще реально здорово, что добавляет атмосферы. Вот игрокам из постсоветского пространства. Тут реально просто вот реально такие же квартирки, как у нас. Это, я же говорю, прям как отдельный плюс игрухи, самый настоящий. Ой, еще алкоголь, отлично. Так. 67 баксиков. Колясочка у нас тут. Опять полный комплект ствола. Я жил, блин, надо было пистолетом пользоваться. Я взял автомат, натратил, капец. Ствол бы уже давно восстановили. Так, сушеные фруктики, спасибо. Отмычка тоже возьмем. Отмычка всегда пригодится, пожалуй. Тут закрыто. А нам, значит... Да, нам вот и по картику туда идти надо. Отлично.
Ты живой? Ага. Хорошо. А вот еще такой неприятный момент в игрухе, да, это то, что взаимодействие с предметами, то есть когда как бывает, то есть бывает ты можешь разбить телевизор, бывает нельзя его почему-то разбить, да, хотя точно такой же телевизор. А, нет, мы отсюда пришли, кстати говоря. Да, бывает ты можешь, допустим, там что-то там пораскидывать, пособирать, бывает не можешь, да, я же вот это, блин, немножко, конечно, расстраивает. Так, ладно, нам надо выше идти, он говорит. И фонарик еще подзаебывать. Я, конечно, понимаю, что это, наверное, из-за уровня сложности такая хрень, но это реально немножко напрягает, потому что я жилю, то есть, блядь, он светит-светит, потом, и причем как-то вот так вот в любой момент вот тут хопа и может выключиться сам по себе. Это реально расстраивает. Кстати, обычных зомбаков этот ножик валит, мама не горюй, на самом деле, да, вот этих вот некрутых, некрутые разновидности зомбаков, что называется, валит он очень даже неплохо, на самом деле. Там буквально с одного, блять, не взрывайся, братан! Пиздец. Ну а что в таких ситуациях делать? Он подошел прям впритык ко мне, да? То есть убежать я уже не успею никак, получается. Блин, капец, вот что такое? А назад у меня тупик был. То есть реально получается, вот что в такой ситуации делать? То есть по сути же иногда вот такая вот херня бывает, что тебя просто перед фактом ставят, что ты умрешь, да? Потому что я ж тут же никак... А, тут можно было или нельзя? А, не, нельзя, да. Нельзя тут никак наползти, к сожалению, да. То есть куда мне было деваться? То есть, да, обычных зомбаков он реально классно режет. А вот этих вот крутеликов, да, он капец. 3 часа надо резать. Отлично, передохни. Все, готов. Но это главное, в принципе. Давайте подремонтируем ножичек. Все, последняя ячейка. То есть сейчас сломаем и все, ему хана. Но я даже этому рад, потому что мне уже надоело с этим ножом ходить. Я бы уже хотел бы обновить как-то наше оружие, да. И тем более нам там есть чем. Да, у нас там есть еще кое-какое оружие. Там было полным-полно. Уже надоело с этим кинжалом бегать. Поэтому я даже, наверное, больше рад, что он наконец-то сломался. Нам, значит, нужна 134-я и 137-я квартира. Хорошо. Братишка, ты как тут поживаешь? Да ну капец, это оружие быстрое. Все, сдох. Все, тоже сдох. Буквально за доли секунды колоссальный урон наносит. Кого я слышу, не могу понять. Что звуки такие, как будто рядом где-то зомбаки, но при этом я никого вроде бы не вижу. А! Угу. Буянят там, блядь. Беспокойные соседи. Пусть буянят. У них тут ремонт, видите, они тут ремонтировали как бы квартирки для зомбаков, да, у них тут ремонт идет. Вот опять фонарик сам по себе потух. И причем яркость этого фонарика тоже так вот падает сам по себе, да, вот качество, что называется, освещение. Вот было так, вот стало хуже, ни с того, ни с сего. Кстати, вот эти вот моменты, когда начинают они ручку двери, да, дергать, его пытаться открыть, они реально такие срачные, я бы сказал. Мне от них реально не по себе. Достаточно таки. Давайте-ка отсюда уматывать.
Так я так понял, на этом этаже наших квартир типа как нету, да? То есть надо, наверное, выше подниматься. Туда вот. Кстати, опять-таки прикольно получается. То есть ты, получается, целый этаж исследуешь чисто по своему желанию, опять-таки. Да, типа как если хочешь. Что мы только что и сделали. Так. Нас сохранило. Ну да, видите, обычных зомбаков он реально на раз-два выносит этот ножик. Не без этого. Блин, смотрите, прямо опять-таки пасхалка, да? Я же это мы так в детстве играли, спрыгали в шахты лифта. И тоже часто вот так вот потом двери заедало из-за какого-то трупа. Прям вообще детство вспоминаешь, а? Офигеть. И же тут много вообще вот таких вот пасхалочек, как бы, на наше детство, как бы, вот реально сделано. Так, 137-я, нам сюда надо. Ой. Там два бабахера было. Окей. Так, блять. Слушай, ну пока что мы неплохо продвигаемся. Мы даже за выпуск, может быть, даже успеем все взрывчатки заложить. Мы уже сейчас третью будем закладывать. В принципе... Я как-то худшего ожидал, если честно. Я думал, что у нас-то куда больше времени займет. А мы пока что очень даже неплохо справляемся, при этом еще и попутно как бы все исследуем. Да, вот что круто. А что, он даже по рации не говорит чуваку, да, получается? Так, ладно, это была 137-я, нам теперь, значит, нужна 134-я. Кстати, давайте сразу этот ножик разберем, пока пораньше, да, потому что потом будет, наверное, уже неудобно, все равно ему уже хана. Ой, чем вооружимся? Давайте железный крест 226, это 213, сабля 187. Тогда давайте саблей Сипахи вооружимся, потому что у нее самый худший урон из тех оружий, что у нас есть. Это тот, который меч ангела, да, получается? Да, вот он, меч ангела. Хорошо. Ну, будем теперь валиться чем? Давайте, наверное, серпом. Или мачете. Нет, давайте серпом, да. Или мачете. Нет, давайте мачете, да, все, будем сейчас валиться мачете. Нет, таки серпом, серпом, да, все. Решено, блядь, все, серпом валимся дальше. Хорошо. А, ты живой, блядь. Сейчас он встанет, я ему помогу. Давай, давай. Так. Блядь, мое любимое убийство. Братишка встает, и мы ему шею скручиваем. Но вообще, хатынка реально хоррорно сделана. Правда. Есть пугающие моменты, и немало. И это хорошо. Там, кстати, где-то какая-то баба плачет вроде бы. Ага. То есть там, походу, и плачет баба, куда нам надо, я так понимаю. Ёпта, а. Бля, вот это пиздец, а. Это, конечно, стрёмно, ты что? Фух, ну ладно, последняя квартирка, пацаны, давай. Это ребенок плачет? О, ребенок зомбак. Хуя себе, блядь. Ну все, пизда, Рикин. Чёрт, что за... Сдохни тебе, заебал. Блять, он сейчас взорвется. Ебануться, а. Ну вот чем еще крута да, инвайт, да? Она в любой момент тебя может вот так вот как-то удивить. Вот ты шоу-шоу, вроде бы ничего такого. Хуяк, новый вид зомбака, какой-то ребенок-зомбак. Это прям уже этот Dead Space вспоминаешь, да? Там что же были дети-зомбаки, помните?
которые, по-моему, там суицидниками были, да, они, по-моему, к тебе подползали и взрывались, то есть, жесть. Кстати, я как-то реки молотов пригодились очень даже, да? Потому что без них бы, конечно, сейчас было бы тяжковато. Так ладно, обыскивать мы их даже не будем, все равно с них только эти доллары, как правило, падают, они нам не сильно-то и нужны, в принципе. Пацан, ты как? Так он сдох? Пиздец, а? Так он, кстати, неплохо коцает. Кстати, это пока что такой, знаете, довольно-таки серьезный соперник новый у нас появился, судя по всему, потому что, я же говорю, у нас таких еще не было. Очень неплохо он коцает. Я же говорю, один этот свой залп в криках, типа, сделал. Я не знаю, какая-то паранормальная, типа, у него пси-атака, да, такая. Типа, как в сталкере были такие противники. И с одного такого прикольчика захода он его хп нехило снес, конечно. Так, давайте, наверное, подлечимся. В честь этого. Потом давайте, наверное, сразу же займемся еще чем. Давайте сразу себе, короче говоря, скрипаем пару аптечек, потому что мы тут натратили, конечно, нехило. Так, и парочку этих самых... Кстати, вот это вот зелье далее грибное, да? Мы даже можем делать, получается. А, ну самое лучшее это маскировочное, видите? Ага. Но для него нужны ткани бегуна, я понял. Ну, по правде говоря, эти зелья... Даже не знаю. Просто получается, ты с ними медленно двигаешься, и мне, по правде говоря, куда проще даже перевалить зомбаков, чем как-то вот так вот, типа, маскироваться под них, да, там. Что-то не мой стиль игры, наверное, даже. Поэтому... О, еще алкоголь, отлично. Так, ну все, брать больше нечего, да? Поварской ножик мы не берем, у нас нету. А, вернее, у нас даже есть. Ну, у него урон 54, смысла нету брать, короче, давайте. Ставим последнюю взрывчатку. И сейчас что-то будет, я так понимаю, да? Так, все готово. Отлично, и ты не мог бы спуститься сюда? Я, конечно, справляюсь, но от помощи не откажусь. Так, значит, надо пойти помочь братишке, да? Почему квест не обновляется? Слушай, эй, ты, сукин сын, господи боже! Майкл? Слушай, если со мной что-то случится, бери, отойди от меня, бери детонатор, убирайся отсюда и взрывай все к чертям. Майкл, это ты убирайся отсюда и возвращайся к Трое прямо сейчас. Майкл, Майкл, черт! Так, найдите детонатор Майкла. Нам, получается, теперь надо спуститься, да? Сделать. Эй, блять, я уже забыл, как я сюда пришел, просто если честно. А вот. Ага. Окей. Ну, сейчас по-любому какая-то херня, наверное, будет. Мы, наверное, детонатор заберем, и по-любому будет какая-то залупа. Я уверен, прям на все 100, ребятишки. Это Майкл? Угу. Да, 100%, наверное, будем там убегать сразу от 150 зомбаков или что-то в этом роде. Ага. Ну, зомби-ребенок, конечно, удивил тогда, прям скажем. Да, нельзя же забывать, что тут еще этот братишка ходит. У которого, да, радиус действия этой булавы еще нельзя забывать, что там колоссальный какой-то, блядь.
честно говоря, это самый бредовый момент вообще в игре, это вот радиус действия вот этих вот чуваков, серьезно, блять. Он бьет булавой хуй знает дебить, до тебя достает при этом. Так, ладно. Че, он даже не горит, что ли, да? Ну хуй знает, правда, я не знаю, что говорить. Может вообще с ним не драться, а? Слушайте. Сам не знаю, что я с ним подрался, да тут походу можно было вообще банально убежать от этих зомбаков. Я что-то все-таки решил, да, решил, так сказать, по красоте разобраться. Все, зачистить, спокойненько уйти. Ой, я обгорел. Ладно, Майкл, надеюсь, ты в порядке. Так, ну он вроде бы говорит, чтобы я ниже не шел, я вот сейчас не могу понять, куда мне идти, если честно. Он говорит, где ты здесь, что ли? Ой. Красавчик. Блять, кост у меня даже, представляете, скотина какая. А, детонатор на месте. А, то есть он типа оставил нам детонатор, бросил, да, а сам типа снимался, я понял. Хорошо. Бля, я хотел его сзади убить своим суперприемом, ну вы поняли, да? Не, он, видите, он и серпом долго убивается, зацените. Это нереальный какой-то чувак, реально, да? Просто жесть. Сверхживучий братишка. Так, ну тут есть только этот сундучок, но я его не хочу обыскивать, не даже впаду время на это тратить. Ладно, то и пошли отсюда, что я тут делаю? Детонатор, значит, вот. Ниже, да? Покиньте здание и взорвите бомбы. Что, сейчас будет большой бум у нас, да? Давайте еще подлечимся на всякий пожарный, то мало ли что нас там еще ждет. Так, только как здание покинуть? Походу так как-то, да? Ой. Да не, не похоже на то. А как что-то покинуть? Не пойму. Так, пацаны, я опять за тупашил, короче. А, тут же ж открыто, тюблин. Я, прикиньте, я не увидел, что здесь открыто, жестяк. Так, вот он показывает, чтобы мы сюда шли, хорошо. Угу. Извини, братишка, мне впаду с тобой драться, правда. Я бы, может быть, другой бы какой-то период времени даже бы подрался, но сейчас серьезно что-то западло. Так. Так, давайте брать эту штучку, нашу дрючку, да. Чтобы точно не упасть, то что туда внизу упасть будет неприкольно, да, там этот братишка, который явно ждет, что мы туда свалимся, да, но мы ему такой халявы не сделаем, такого подарочка, да. Давайте вылазить. Че, далеко еще? Мы что-нибудь сюда не так уж долго-то лезли, по-моему, в прошлых выпусках. А, вот, покинуть здание. Ну, блин, кстати, мы неплохо. Так, я завожу взрывчатку, посмотрим, что должно получиться. Ну, кстати, реально, еще неплохо справились. Я что-то реально думал, что у нас это куда больше времени займет, если честно. Да, мы успели все заложить и даже свалить отсюда. Ничего, вот так вот просто нам дадут сейчас все сделать, да? Не как обычно. Ну, короче, не работает, да? Все как всегда, нет, работает. А ну.
Должно быть какое-то осмысленное послание. Ну, и что там? Что там? Где грустный смайлик, что ли? Не пойму. Крейн, мы видим. Отличная работа. Надеюсь, этого хватит. Ты выходила на связь, Джейд? Крейн. О, Джейд. Это ты? Крейн, я слышала, что... Я вижу, что ты сделал. Теперь ты веришь, что я на вашей стороне? Вот же подонки. Ага, они сразу это уничтожили, я понял. Черт, если ты прям с нами, Крейн, ты должен связаться с ВГМ. Нельзя позволить министерству взорвать город. Знаю, но я потерял свой единственный канал связи с ними. Эй, умник говорит, что нашел способ, как пробить блокировку связи, но ему нужна твоя помощь. Джейд, здорово, Джейд, слышала? Надо встретиться. Да, хорошо, встретимся в красном здании у изумрудного канала, там все и решим. Крейн, будь там осторожнее, здешние мутанты куда хуже, чем зомби в трущобах. Да я уже знаю. Так, мы получили 20 тысяч опыта, походу подняли даже этот уровень. Да, уровень выживаемости подняли, отлично. Да, видите, только мы это послание сделали, правда я само послание не очень понял. Там типа какой-то грустный смайлик что ли был или чего, да? И чуваки, ну короче, все испоганили, всю малину, так сказать. Так, место встречи. Кстати, сколько мы уже прошли? 61%, кстати говоря. Опять-таки, не так уж много поиграли, уже 61%. Так, давайте сразу посмотрим навык, что мы там можем выучить, выживаемость. Так, это что такое? Использовать чертежи эффективнее. С каждым использованием собранного оружия его эффект усиливается, и вы наносите больше урона. Слушайте, неплохо вроде бы как, давайте. Да, я не против. Окей, так, чем бы нам заняться до конца выпуска? Тут нам буквально минут 10 осталось, или сколько там, да? Ой, я даже не знаю, может быть побегать ночью, покачаться немножко? Это, кстати, кто? Там прям светится. Блять, это ж этот чувак, кстати, он ходит. Кстати, еще один побочный квест был, я на что обратил внимание. Да, был еще один побочный квест, вот, вот здесь вот, Муфит. Мы его даже брали в прошлый раз. Давайте пометку сделаем, туда сейчас отправимся. Да, мы его даже брали в прошлый раз, но почему-то, походу, игра это не запомнила, я не знаю почему. По-моему, назывался он «Ты веруешь?», типа, со знаком вопроса, да, типа, как вопрос «Ты веруешь?». Мы этот квест точно брали, я же говорю, но почему-то он у меня куда-то пропал из списка квестов, поэтому давайте, вот, может быть, даже в этом выпуске сейчас... Ну, мы уже видели эту картину. Да, давайте сейчас в этом выпуске туда отправимся, чтобы квест этот взять. Уже второй раз, это не так, конечно, эффектно выглядит, как было в первой, да, когда мы открывали шкаф и там зомбака увидели, но все равно прикольно, конечно. Или даже просто побегаем, да, поисследуем городишку, нам, в принципе, всякие там, да, те же химикаты и прочее говно вполне себе может пригодиться. Ну и плюс силу, вообще было бы очень здорово бы нам, конечно, еще силу прокачать на самом деле, потому что, видите... Чтобы выучить последний навык сивача, надо аж уровень силы 24, а у нас всего лишь 15. Ну, хотя, честно говоря, это я даже не представляю, это сколько мне еще надо колдыбать эту силу, да, сколько еще мочить таких противников, чтобы можно было аж до 24 уровня раскачаться, честно говоря, это как-то больно это. Да и там навык, на самом деле, я посмотрел описание, не такой уже прикольный. Да, там навык, короче говоря, типа... Ой. Типа, что делает навык, да, он это самое. Там, сейчас попытаемся съебаться, потом опять поговорим, ребятишки. Я что-то я совсем про кошку забыл. Кстати, мы почти пришли. Погоня отстала, отлично. Кстати,
Сэмпаки ночью даже страшнее, зацените, да, у них такие глаза стрёмные. Вообще жуть. Так, а как нам попасть куда надо? Это там типа где-то? Не пойму. Да, вход в безопасную зону, значит, поедет и здесь. Так, где непонятно. А, во, все, отлично. Так, 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 так. Значит, нам нужен какой-то муфит. А, вот, вот этот чувак. Ну да, мы брали у него квест. Да, громкую музыку, кто-то нарочно ее включил. И зачем это? Да, тот парень ищет смерти. Ну да, я же говорю, мы брали этот квест. Ты веруешь, да, я же. Он потом где-то пропал почему-то, то есть, походу, что-то лагануло или что. Так, вон, тут где-то же должен быть еще этот, как его, кладовщик? Ой, да. Покушать. Только не пойму, а где кладовщик, честно говоря. Так, это торгаш, кстати, у него есть что-то неинтересное, у него ничего нету. Блин, что-то я не могу вспомнить, где же кладовщика встречал. Он точно должен где-то здесь быть, и да, это я на все сто прям таки помню. А, он дальше где-то. Ладно, без хер с ним, там у нас, по-моему, не так уж и много вещей для кладовщика, поэтому тут такое. Я тогда предлагаю, вот что я тогда предлагаю, короче, сделать... аптечку еще одну, как раз мы там алкоголь сделали, и поспать, наверное, до рассвета, да? Потому что по ночам все-таки неприкольно бегать. В натуре тут получается, что будут силу до этого 24 уровня докачать, я не знаю, как остальные там навыки, но вот реально вот конкретные силы, но это капец. Вроде как уютненько. То есть я же даже не против того, чтобы там, допустим, по ночам большую часть времени прокачиваться, да? Это даже не так уж и сложно, на самом деле. Можно было бы позаморачиваться, да, там, но, блин, просто что, серьезно. Это я не знаю, сколько мне надо зомбаков отлупить, что называется, и причем именно, как правило, в ночное время этим заниматься, чтобы я же силу так раскачать. Да и навык, в принципе, я же говорю, вот я даже сейчас включу еще раз вот навыки. Сила, вот этот последний навык. Вы лучший боец в зоне карантина, вы можете драться не уставая. То есть навык тебе дается просто то, что ты, типа, как можешь до бесконечности драться, да, и не более чем. То есть вот такой спорненький навык, да, согласитесь. Он, конечно, полезный, потому что это усталость заколупывает, я не спорю, да. Дерешься, потом устал, типа, и все. Но так, чтобы там прямо вот такой уж супер-пупер навык, ты тоже не скажешь. Так. Да, так что вот, что мы, короче говоря, пройдем этот квест. Ты веруешь? Привет. Спасибо, я как раз прокачаюсь маленько. Стикай, падла. Ловкая. Укрывается и укрывается. Да, как раз пройдем еще это побочное задание, ты веруешь. О, трудный взлом. Может, что-то интересное. Офигеть, с первого раза открыли трудный взлом. А ну-ка. И там у нас были драгоценности и овощной нож. Урон 180, или мне показалось? Да, реально 180, прикиньте, неплохо. И он, по-моему, такой более-менее длинный, да. Я так понял, то, что он такой подлиннее еще неплохой, этот овощной нож. Не такой короткий, как у нас мачете был. Ну, в принципе, можно взять, да. Если что-то, давайте даже забойный давайте сразу сломаем, потому что это уже говно, как для нас, да, что называется. Мы уже таким не пользуемся. И фермерский серп давайте не расломаем. Потому что простой серп, у него урон явно получше. Да, вот у нас теперь есть еще две доступных, если что, ячейки. Если найдем какое-то классное оружие себе в будущем. Ну же, с оружием у нас сейчас, конечно, вообще капец. Как все классно, да. Вообще, какое угодно, и улучшало как бы хватает. То есть вообще ништяк. Ой, тут чувак был. Да,
Да, и улучшалок хватает, так что с оружием у нас дела обстоят, конечно, очень классно, ничего не скажешь. Ладно, ребятишки, хорош, наверное, уже залипать. Тогда в следующем выпуске, да, повторюсь, мы, короче, тогда пройдем вот это вот побочное задание, ты веруешь, там, возможно, будет даже целая цепочка квестов, ну, а потом дальше пойдем по основной ветке. Но я же говорю, походу, мы уже даже, возможно, более-менее так скоро уже пройдем саму игруху, потому что побочки мы почти все прошли. Кроме вот этой вот, ты веруешь, основной сюжет, повторюсь, ведь очень быстро проходится. То есть мы прошли одно задание, было, по-моему, 53%, или сколько стало, 61%. То есть, в принципе, я так понимаю, что нам там буквально еще пройти 2-3, ну, может быть, там штук 6 основных квестов, и игруха пройдется. Как бы да. Я, как всегда, благодарен за просмотр, за подписки, за лайки. До новых встреч. Пока.